Все, вы прошли первый этап, вы завершили процедуру выдвижения. Дальше добро пожаловать в избирательную кампанию. С этих слов кандидат в депутаты окружного совета считается окончательно выдвинутым на голосование. Подача документов – это обязательный и финальный этап всей процедуры. Мы ему выдаем разрешение на открытие счета, специального избирательного счета в банке. И он его открывает для того, чтобы финансировать ведение избирательной кампании. Прийти в избирательную комиссию лично и предоставить необходимый пакет документов – все, что требуется от кандидатов. Копию паспорта, копию диплома об образовании, документы о профессиональном образовании, документ, подтверждающий место работы, должность, то есть это либо справка, либо копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки. Также нужны сведения об имуществе и доходах, о принадлежности к партии. А если кандидат – действующий депутат, то и справка из местного совета. Процедура подачи занимает не более 5 минут. Хоть пакет документов и внушительный, времени на его сбор дается немало. Для этого есть месяц. Началось у нас 24 июня, и 24 июля завершается процедура подачи документов. То есть, в принципе, все, кто хотел, все, кто готов был участвовать в выборах, они имеют возможность даже с учетом отпуска прийти и сделать это. И Стас, небольшим человек, подали документы уже более 70. До завершения приема остались всего сутки. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».